По информации областной ГИБДД, за 12 месяцев 2020 года на дорогах нашего города зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В автомобильных авариях погибло 6 человек и 53 получили травмы различной степени тяжести. 10 дорожных инцидентов произошли с участием несовершеннолетних детей, и в каждом из них ребенок травмирован. По вине водителей с признаками опьянения случилось 6 ДТП, а по вине пешеходов – 8. Статистика показывает, что основные причины дорожных происшествий с пострадавшими – несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, езда без права управления автомобилем, нарушение правил проезда пешеходного перехода. А больше всего аварий произошло по причине неисправности транспортного средства и недостатков в состоянии улично-дорожной сети. Также за прошедший год зафиксировано 852 факта, когда в результате автомобильной аварии нанесен материальный ущерб, но люди при этом не пострадали.